Этот фильм посвящается человеку, который 1000 лет назад высоко поднял великие идеалы гуманизма, который отдал всю свою жизнь борьбе с болезнями и смертью, великому ученому Востока, философу, врачу и поэту Абу Али ибн Сине, жившему в Бухаре и известному в Европе под именем Авиценны. Кто вы? Именем эмира Бухары откройте! Что вам надо? Нам нужен ибн Сина. Эмир повелел доставить его во дворец. Ага. Что случилось? Хусейна требует во дворец. Зачем? Не знаю. Уж не причинил ли он какого-нибудь вреда эмиру своим лечением? Я ему сколько раз говорил, сын мой, тебе рано быть лекарем, ты еще молод. О, Аллах, смилуйся над ним, пощади нашего сына. Он опять просидел над своими книгами целую ночь. Хусейн, уже утро. Да проснись же. Вставай, сынок. Уже рассвело. Это гонцы эмира. Он прислал их за тобой. За мной? Что же случилось? Неужели мои лекарства не помогли ему? Сынок, сын мой! Не тревожьтесь, мама. Я скоро вернусь. Зачем зовут меня к эмиру? Не знаю. Ты что так долго собирался? Иди вперед! Лечил нашего эмира и, наверное, что-нибудь напутал. Я так и знал, что науки навлекут беду на его голову.
Повелитель мой, Ибн Сина здесь. Подойди ко мне. Встань. Вы видите, я здоров. Болезнь покинула меня. Меня вылечил этот юноша. Ты настоящий лекарь, Ибн Сина. Твое искусство вернуло мне жизнь, и я хочу тебя наградить. Выбирай, что тебе угодно. Караваны верблюдов, рабов и наложниц, бриллианты, золото, сапфиры. Твой мир милостив и щедр. Говори, я жду. Проси, не бойся. Если высокий мир допустит меня в свое хранилище книг, то этим он окажет мне самую великую милость. И это все? Что ж, немного. О, светоч знаний Чигани! О, достойнейший Чигани! Вы оказались пророком. Сегодня утром я видел того юношу, о котором вы говорили, сына Абдулы. Его увели во дворец, и я своими глазами видел, как его повесили. А что я говорил тебе? Я знал, чем все это кончится. Да-да, его лекарства причинили вред здоровью нашего эмира. Вот к чему приводит самонадеянность юности. Видит Аллах. Этому юноше вы будете давать любые книги, какие он захочет. Таково желание нашего повелителя. Здравствуйте, господин Сардар. Где мой сын? Вы плохо воспитали своего сына, почтеннейший Абдулла. По милости нашего эмира он мог бы утопать в золоте. А он считает, что пыль древних книг ценнее золота. Золото. Вам этого никогда не понять. Если бы я был властителем Бухары, я половину своих войск поставил бы на охрану этих сокровищ. Я не понимаю, как это наш великий эмир допустил тебя к этим книгам? За что? Я его вылечил. Вылечил? Да. Но что ты понимаешь в болезнях? Я врач Ибн Сина. Меня многие знают. Ты врач? А я не поверил, когда мне сказали, что эмира лечит какой-то мальчишка. Так значит, это был ты? А вы думаете, что я невежда и обманщик? Да. Невозможно быть мудрецом в 18 лет. Такого человека еще не было и не будет. А если и появится, то наверняка обманщик. Неправда! Я не плут и не обманщик. Я пришел к вам за тем, чтобы учиться, а вы... Подожди. Постой! Если ты действительно хочешь учиться, иди наверх. У нас много мудрых книг. Идем, я покажу их тебе. Благодарю. Как садовнику для того, чтобы вырастить одну розу, приходится ухаживать за тысячи шипов, так и ученому, чтобы достичь одной крупицы истины, нужно проделать сотни различных наблюдений. Кочевники! На нас напали кочевники! Они уже у стен Бухары!
враги нашего государства будут уничтожены. И да поможет нам всемогущий Аллах. Да поможет нам Аллах. Оборонять Бухару от врагов я поручаю тебе. Это высокая честь для меня, о великий мир. А ты отправишься в Газну и скажешь наместнику, чтобы он со своими всадниками тотчас же шел к нам на помощь. Я все исполню, великий мир. Бухару осадили кочевники, и эмир просит нас о помощи. Так позаботимся о нем. Все знают, что вы умеете колоть орехи на чужих головах. О, мой принц, решайтесь. Настал великий час. Эмир ждет помощи, поможем ему. Ну что ж. Эмиру нужна помощь. Хорошо, он ее получит. И очень скоро. Решено. Там мы закалим наши мечи в огне горящих богохульных книг. А Бухару мы уничтожим. Сынок, сиди, сиди, сиди. Ну что? Как, сынок? Если нам удастся еще дня три продержаться, это хорошо будет. Поешь. Что за веселье? Город осажден. Люди умирают с голода, а они... Это Ибн Сина выдумал. Пусть кочевники думают, что у нас все хорошо, что мы сыты и веселы. Ой, сынок, не поможет нам эта музыка. Отец, нам надо продержаться всего два дня. Разве вам не известно, что к нам на помощь идет войско правителя Газны? Большое войско. И говорят, что ведет его сам Махмуд, сын правителя. Правитель ведет войско, или его сын, не все ли равно? Я старик и знаю жизнь лучше тебя. Горькое дерево всегда приносит горький плод, как не поливай его сахарной водой. И не стыдно вам, седобородому, говорить такие слова. Махмуд спасет нашу Бухару. Если нога принца Махмуда коснется моря, море высохнет. Прошло уже 3 месяца, а ваши войска не могут захватить Бухару. Саманиды еще сильны. Запомните, без нашей помощи Бухару вам не взять. Ну, чего же тебе от меня надо? Отведите на время ваши войска. Нет. Мы идем к бухарцам на помощь. Они откроют нам ворота. Через 2 дня Махмуд пустит и вас в город. Нет! Положитесь на меня. Я не хочу больше служить эмиру Бухары и буду помогать вам. Вы без крови получите все то, что собирались получить ценою крови. А знаете, сколько золота и драгоценностей в Бухаре? А земли так разделим на юг от Амударьи нам. Земли от Бухары до Сырдарьи будут ваши. А ему дадим Балх и Термес.
А ты тоже эмиром хочешь стать, а? А почему бы мне им не стать? Отец вашего господина эмира Махмуда был простой воин, как я. А теперь он правитель Газны. Но прежде всего нам нужно убрать эмира Бухары. Я дал вам слово и не отступлюсь. Я уберу эмира. Ну что ж, согласен. Смотрите, как народ встречает принца Махмуда. Еретических книг. Поехали. Я Ибн Сина, лекарь мира. Вот и лечи себя, если ты лекарь. Мусульмане, горит хранилище мудрости. Пощадите книги. Книги. Что же книги. Книги. Спасите книги, наши книги! Прочь! Ждите! Сжигайте все дотла! Умоляю вас, прикажите вашим воинам потушить огонь, пока не поздно. Спасите книги! Гибнут сокровища! Убирайся! Скажите им, пусть не жгут священные книги! Что вы тревожитесь, уважаемый Ибн Сина? Если эти книги священные, то они все равно не сгорят.
великий падишах, горит величайшее хранилище мудрости. Повелите вашим воинам потушить пожар. Пропустите его. Великий падишах. Кто ты? Я лекарь Ибн Сина. Падишах, каждый миг дорог. Гибнет величайшее книгохранилище мира. Молю вас, ради Аллаха. Аллаху угодно, чтобы все еретические книги были сожжены. Такова его воля. Великий грех берете на себя. Каждая книга Бухарского хранилища мудрости дороже всех ваших сокровищ, падишах. А ты дерзок на язык. Казните меня, но только спасите хранилище книг. Он смелый юноша. Ты хочешь испытать мой гнев? Стыдитесь, падишах. Народ Бухары ждал вас как спасителя, а ваши воины грабят и убивают. Они хуже кочевников. Знайте же, если огонь уничтожит наше книгохранилище, народ не простит вам этого никогда. За это злодеяние имя ваше будет проклято потомками. За твои дерзкие слова я мог бы тебя обезглавить. Но твоя смелость мне нравится. Дарю тебе жизнь. Иди. Я отблагодарю вас за вашу доброту. Я буду рассказывать всем, как султан Махмуд отказался спасти великий храм науки. Старик был прав. Палач! Если бы ему было лет 50, ему следовало бы отрубить голову. Но он молод, ему лет 20, наверное, не больше. И мы еще сделаем из него слугу покорного вам. Убирайся! Они сожгли бесценные сокровища. Не пощадили ничего. Всю жизнь я хранил эти книги. Они убили Чигани.
скорей! Вот. Он жив. Воды. Дай. Откуда вы? Из Бухары, в Гурганч. Так ты из Бухары? Говорят, все бухарские женщины небесные красавицы. Правда? Недаром великий Рудаки жил в Бухаре. А знаешь, что он писал о женщинах? Слушай. Поцелуй любви желанной, он с водой соленой схож. Тем сильнее жаждешь влаги, чем неистовее пьешь. Что, хорошо сказано? Да, очень хорошо. Ну еще бы. А теперь давай знакомиться. Мое имя Абу Байджиджани. Из благословенного Гузганана. А твое? Ибн Син. Ибн Сина? Тот самый. А, эй, остановитесь! Подождите. Подождите. Не надо так кричать. Так вы тот самый Ибн Сина, который уже 5 лет скрывается от султана Махмуда? Да, тот самый Ибн Сина. Я вынужден скитаться по всему Хорасану, и не нужно называть мое имя. Я же не знал. Эй, трогай! А правду ли рассказывают, что когда вы были маленьким и лежали в колыбели, и еще не умели говорить, ваша мать мыла руки и уронила кольцо в таз с мыльной водой, а потом выплеснула его. Вы, лежа в своей колыбели, все это видели, а мать решила, что кольцо украла служанка и наказала ее. А когда вы подросли и научились говорить, то сказали, мама, ты была тогда не права. Верно это, а? Это все сказки. Да нет, это так было. Это не сказки, а правда. Вы, наверное, забыли. Если вы хотите, чтобы ваши дела процветали, возьмите меня в ученики. Согласен. Вы не раскаетесь, я буду стараться. Хорошо. Хорошо, Джуджани. Вот она, столица Хорезма. Курганч, красивый город. Эй, караванщики, поворачивайте на там! Курганчи, черная смерть! Поворачивайте обратно! Отец, это верно? Горе нам, в городе черная смерть, гнев Аллаха. Откуда вы знаете, что это черная смерть, а не другая болезнь? О, сынок, все умирают, Аллах покарал нас. Что такое? Куда вы? В Гурганч. В Гурганч? Что вы делаете? Там черная смерть, все бегут из города. Что же будет в мире, если и врачи станут бегать от болезней? Придется ехать обратно. Да. А что мне делать? Я хочу идти с вами, но не хочу умирать. Поезжайте домой. Эх, недолго пришлось мне быть вашим учеником. Прощайте. Прощайте. Прощайте.
Высокочтимый, я же не мог оставить свои вещи. А смерти я совсем не боюсь. Это я сказал просто так. Если ученики станут бросать в беде своих учителей, что же тогда будет в мире? Мудрец. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду анна илаха илляллах. Ашхаду анна илаха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадар расулуллах. Всемилостивый, всемилосердный не спаслал на нас черную смерть от того, что жены не хотят слушать мужей своих. Народ перестал бояться за могильных страданий и страшного суда. Молитесь, просите помощи у Всевышнего. Аллах покарал нас, порча нашла на мир. О, горе нам, горе! О, черная смерть! От тебя и воздух стал черным. О, Аллах, помилуй нас, изгони черную смерть. Стрелы, берегись! Не прячься за печенью, не бегай меж ребер, я заставлю тебя выйти. Ух, злодей, у насекомое с верблюжьей головой. Я знаю, как ты обманом вселяешься в тела людей. Ты думаешь, что ты всемогущ, но я сильнее тебя, берегись. А злой джин с хвостом ящерицы. Если ты в сердце, выходи из сердца. Если в печени, выходи из печени. Я сейчас так зол, что могу выжать масло из железа, берегись. Что, ты еще не ушел? Уходи! Ты еще здесь? О, пророк! О, Аллах! Покарай этого шакала с головой змеи! О, Мансура, Мансур! О, Мансура, Мансур! Помоги нам, услышь нас! Услышь нас! Аллах, помоги! Аллах, помоги! Ты не ушел еще, эй ты, ящерица с головой жабы и хвостом дракона! Слышишь меня? Выходи! Эй ты! Ну, наконец-то ты испугался меня, злой джин, то-то! Ах, вот ты где! Ну, сейчас я разделаю! Выскочил! Ну, теперь ты не уйдешь от меня! Кто это такой? Это мой старый знакомый. Злой джин убежал в рот этой овцы. Ну, теперь я отведу его ко дворцу святого странника Сулеймана и посажу на цепь. Скажите все аминь! 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 Пусть все болезни этой бедной женщины перейдут в эту овцу! Аминь! 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 Будьте здоровы! Теперь джин будет сидеть на цепи у дворца Сулеймана. До свидания. Благодарю. Здравствуйте. И вы очутились в Хорезме. Ну, как это дело? Не я ли вам говорил, что вы никогда не разбогатеете? Так оно и вышло. До свидания. До свидания. А дворец Сулеймана где находится? На базаре. Он туда повел черную смерть. Черную смерть на базар? Да. И теперь какой-нибудь несчастный купит ее.
Какая же это черная смерть? Он ведь повел овцу. Это овца из дома больного, и черная смерть гнездится в ее шерсти. Я пришел к выводу, что все заразные болезни распространяются при помощи мельчайших, невидимых нашему глазу существ. Их великое множество. Есть существа лихорадки, персидского огня, черной смерти и других болезней. Они прилипают ко всему. К волосам, к лицу, к одежде. Вы сказали, они прилипают? Угу. Может быть, они уже прилипли ко мне? К тебе наверняка. Почему? Да потому, что ты боишься, а болезнь ищет трусливых. Да будет его место в раю. Кто болезни не боится, того боится болезнь. А кто испугается, от одного страха заболеет и умрет. Как же мне теперь быть? Поднять голову и сказать черной смерти, не подходи ко мне. Ну. Эй, черная смерть! Если ты подойдешь сюда, то знай, я вырву все волосы из твоей поганой бороды. Не боюсь я тебя, клянусь красотой всех женщин мира. Ну как? Хорошо. Самый верный способ не заболеть. А теперь нам нужно найти одного человека. Он поможет прогнать черную смерть. Идем. Кто вы? Я Ибн Сина. Ибн Сина? Мне давно хотелось встретиться с вами. Я много слышал о вас. Прежде всего, достойнейший Беруни, прикажите дать нам чистую одежду и сосуд с уксусом, вымыть лицо и руки. У какого народа такой обычай? В какой стране? Это должно стать обычаем той страны, где свирепствует черная смерть. Понимаю. Заходите, заходите. Пусть каждый приведет сюда двух своих лучших учеников. Если кого-нибудь из нас во время затмения солнца поразит черная смерть, то ученики продолжат наблюдение, и труд наш не пропадет. Это верно. Друзья, друзья мои, сегодня счастливый день для нас. Знаете, кто к нам пришел? Сам Ибн Сина. Здравствуйте. Здравствуйте. Неужели это знаменитый врач Ибн Сина из Бухары? Да, это он. Абу Али Ибн Сина. Это большая честь. Ибн Сина поможет нам избавиться от черной смерти. Едва вы появились в нашем городе, как вся земля вокруг покрылась ковром из благоуханных цветов. Горы оделись в наряд из греческого оксамита и обнажили головы, сбросив свои горностаевые шапки. А что же остается делать нам, с любовью и завистью взирающим на ваши сверкающие, как перламутр, совершенства, как не восхвалять вас до конца дней своих? Постойте, постойте. Я переведу вам его слова, Ибн Сина. Просто все мы очень рады видеть вас на земле Хорезма. Проходите. Прошу. Прошу вас. Досточтимый Ибн Сина, скажите, можно ли бороться с черной смертью? Можно. Да? И для этого, прежде всего, необходимо освободить людей от страха перед этой болезнью. Самое главное — не бояться. Верно. Черная смерть передается от человека к человеку. Она прилипает ко всему. К рукам, к волосам. Даже ветер разносит черную смерть, поэтому людям нельзя собираться вместе. Нужно закрыть на время базары и мечети. Пусть каждый молится у себя дома. Вы говорите, нужно закрыть мечети и отменить молитвы? Если мы это сделаем, фанатики разорвут нас. Да, а тут еще солнечные затмения. Народ обезумеет от страха. Затмение? Когда оно будет? В пятницу, после полудня. Это затмение не вовремя, совсем не вовремя. Может быть. А впрочем, нет. Как раз вовремя. Значит, в пятницу? Да. Очень вовремя. Мне кажется,
что затмение поможет нам победить черную смерть. Нужно за 2 часа до затмения объявить народу наше наставление, что надо делать. Лебёжки! Горячие лебёжки! Кумыс! Холодный кумыс! Люди! Не собирайтесь вместе! Черная смерть передается от человека к человеку! Покиньте базар! Пусть торговцы разносят свои товары по домам! Так говорит великий лекарь Ибн Сина! Деньги опускайте в сосуды с уксусом! Эй, люди! Не бойтесь черной смерти! Кто ухаживает за больным, пусть смочит вату в уксусе и заткнет себе этой ватой нос, а во рту пусть держит листья полыни. Сидите дома, веселитесь! Черная смерть убегает от музыки и веселья! Люди, слушайте! От одного больного заражаются 100 здоровых! Уходите из мечети! Расходитесь! Пусть каждый молится у себя дома, если не хочет заболеть! Так сказал великий Ибн Сина! Расходитесь, правоверные! Расходитесь! Прочь отсюда! Замолчись, собака! Не верьте ему, люди! Он поносит священную мечеть! Наше спасение в мечети! Ибн Сина – вероотступник! Аллах покарает вас! Богохульник Ибн Сина отвращает мусульман от мечети! Да. Нужно убить еретика! Смерть! Люди! Он здесь нечестивец! Смерть еретику! Смерть Ибн Сине! Мусульмане! Смерть Ибн Сине! Смерть вероотступнику! Смерть нечестивцу! Тише! Тише! Замолчите! Здесь человек, оскорбивший священную мечеть. Пусть Ибн Сина выйдет к нам! Откройте! Откройте! Мудрейший Ибн Сина, слышите? Вам нужно сейчас же спрятаться. Не думаю, что это будет разумно. Но учитель... Подожди, я сейчас выйду к ним. Дорогой Ибн Сина, выйти сейчас – это безумие. Скажите, вы уверены, что затмение начнется ровно в 2 часа? Не сомневаюсь. Ровно в 2 часа. Прекрасно, мой друг, это очень кстати. Затмение поможет нам изгнать из Гурганджа черную смерть. Из-за таких нечестивцев Аллах послал на нас черную смерть. Хватайте его! Подстрекая людей к убийству, вы совершаете большой грех. Бейте его! Бейте! Он нас... Послушайте, люди, правоверные, я такой же мусульманин, как и вы. Я верю в Аллаха и в науку. Наука служит человеку, и она поможет нам победить черную смерть. Наука никогда не лжет. Обманщик! Мы не верим тебе! Не верим! Ну что ж, сейчас поверите. Я докажу это. Смотрите на эти часы, когда весь песок окажется внизу, в ту же секунду
начнется полное затмение солнца. Так предсказывает наука, и так оно и будет. А если не будет затмения, что тогда? Мусульмане, если мой друг Ибн Сина ошибся, я отвечу вместе с ним. Ты проклятый еретик! Люди, убейте его! Пустите! Мусульмане, остановитесь! Учитель вас убьют! Что вы делаете? Не трогайте его! Отпустите! Отпустите! Стойте! Они убьют вас! Не трогайте его! Солнце! Солнце закрывается! Люди, бегите! Спасайтесь! Вы живы? Теперь они выполнят мои наставления. Да, мой друг, да. Вы победили. О, слышите? У меня есть для вас радостное известие. Проходите, пожалуйста. Чем я заслужил столь высокую честь видеть у себя посла самого султана Махмуда? Мой великий султан приказал передать вам, что он высоко чтит вас. Он надеется, что вы согласитесь приехать в Газну, где ждет вас счастье и богатство. Прошу вас. Мой великий султан высоко ценит вашу ученость, и мне оказана большая честь передать вам дар султана Газны в знак глубокого уважения золота. Я очень признателен вашему султану за его любезное предложение, но я не могу его принять. Так и передайте ему. Так и передать? Значит, вы осмеливаетесь отказать великому султану? Да, осмеливаюсь. Я служу науке и не могу служить вашему султану Махмуду. Ибн Сина, одумайте, что вы говорите. До свидания, господин посол. Будьте здоровы. До свидания, господин Ибн Сина.
Что вы наделали, учитель? Султан Махмуд теперь будет вас преследовать всю жизнь. На чем мы остановились? Праздность, чрезмерная любовь к наслаждениям не только порождают невежество, но также могут явиться причиной заболевания. Пишите. В то время, как некоторые люди считают праздность райским блаженством, для истинного ученого праздность хуже пыток ада. Спасите его от смерти. Дайте моему мальчику ваше лекарство. Я не останусь в долгу перед вами. Продам дом, продам верблюдов, а... Не нужно вам ничего продавать. Ты скоро поправишься, малыш. Я тебе дам самое лучшее... Приветствую вас, о великий Ибн Сина. Вы, кажется, хотели меня видеть. Да будет благословенно ваше имя. Говорите сейчас же, какие лекарства вы давали ребенку? Лекарства? Кому давал? Какому ребенку? Я ему дал очень хорошие лекарства. Нет, вы скажите, какие именно? Потому что я теперь должен знать, как спасти его от яда ваших лекарств. Яда? Что вы? Я уже не раз спасал отравленных вами. Тогда вам нужно не сердиться, а благодарить меня. Я поставляю вам больных. Я тебя заставлю сказать мне, проклятый душегуб, чем ты отравил ребенка. Скажу, только отпустите меня. Я ему дал толченого жука, хвост скорпиона, джибля джубан зардалю. Здравствуйте. О, ты знаешь, кто это? Это посол султана Махмуда. Даже он лечится у Ибн Сины. Вижу. Здравствуйте, искуснейший из врачей Ибн Сина. Это опять вы. Вам же известно мое решение. Я его не изменил. Нет, нет, господин Ибн Сина, на этот раз я пришел к вам как к врачу. Я очень болен. Ах так. У меня совсем исчез аппетит. Да, а по ночам меня преследуют ужасные видения. Как будто мой султан за что-то разгневался на меня. Он отозвал меня в газну, отдал в руки палача, взмах топора, и моя несчастная голова упала с плеч, и я с ужасом просыпаюсь. Помогите мне. Спасите меня. Что ж, хорошо. Джужжани, я здесь, учитель. Здравствуйте. Дай это лекарство господину послу. Вот рецепт. Прошу вас. Благодарю. Пожалуйте. Ну, тут не стоит останавливаться. Пройдемте туда. Это наши животные для опытов. Не понимаю, зачем вы меня сюда привели? О, сейчас поймете. В этой клетке живет волк, а по бокам клетки живут два ягненка, они близнецы. Ягнятам мы даем одинаковое количество корма. Каждый раз мы взвешиваем его на весах, чтобы один не получал больше другого. Однако тот ягненок жиреет, а этот с каждым днем худеет. А почему? Я не знаю. Причина в том, что тот ягненок не видит волка, а у этого бедняги зверь все время перед глазами. Но при чем здесь... Я объясню вам.
Вы больны той же болезнью, что и этот ягненок. Единственное средство спасти беднягу — избавить его от постоянного созерцания волчьей пасти. Я ягненок, а мой султан... Хорошо. Что за смысл этого штабского представления, ученнейший Ибн Сина? Смысл в том, что ваша болезнь является болезнью страха. Оставьте службу у султана, и болезнь исчезнет. Вы осмелились оскорбить султана Махмуда, так знаете же, он отомстит, он обид не прощает. Сегодня мне очень плохо. Мой друг, тело мое не повинуется мне. Я не могу встать. А что, если тебе взять нож и вынуть из меня этот камень? Ну что? Видишь ли, я сказал глупость. 1000 лет назад индийский врач Сушрута осмелился сделать 2 таких операции. Он сделал? Да. И одна из них прошла успешно. Но после него никто в мире не делал таких операций никогда. Вот ты и сделаешь 3-ю. Мне надо подумать. Хорошо, я подожду. Хороший ты человек, Джуджанин. Ну что за молодец? И что бы стал делать мой учитель со своим ужасным почерком, если б не я? Ну, будь здоров! Нужен труп. Что? Опять? Да, в последний раз. Опять в последний раз? То же самое вы мне говорили и раньше. Но в Гурган же на базаре не торгуют трупами. И здесь не царство султана Махмуда, и мертвые не валяются прямо на дорогах. А вдруг меня увидят? Мне предстоит делать операцию Беруни. Но прежде чем ее делать, я должен проверить все на трупе. Ты понял? Да, учитель. Ну что, принес? Да, лежит в подвале. Тебя никто не видел? Если я завтра не буду повешен, тогда я поверю, что меня никто не видел. Ты все двери запер? Запер все. Идем. Я только боюсь, учитель, что вы будете сердиться, когда узнаете, кого я выкопал из могилы. Интересно, кого ты там выкопал? А это тот самый, который водил черную смерть на базар. Ваш старый знакомый. Абулхаир? Да. Когда же он умер? Вчера похоронили. Он умер от обжорства, съел целого барана. Всю жизнь он обманывал людей. Пусть хоть один раз послужит делу истины. Я взял по полдрахмы дымницы, опиума, белины, мускатный орех и смешал с вином. Угу. Зайнудин, поди, погуляй в саду. Но как я оставлю учителя в такой час? Пойди, Зайнуддин, погуляй, не беспокойся за меня. Иди. Ну, а теперь спать. Слышишь? Друг мой, ты меня слышишь? Отвечай мне. Слышу.
Только где ты? И почему такой шум? Это вода шумит. Вода. Много воды. Как хорошо. Да поможет мне великий Аллах. Эти книги сеют сомнения. Они написаны еретиком, который оскорбил нашего великого султана. Мы тебе приказали привести его к нам, а ты... Султан мой. О чем ты говорил? Почему замолчал? Продолжай. Я говорил, что проклятые еретики свили себе гнездо во дворце Хорезмского шаха. И Хорезм-шах взял их под свое покровительство? Да, это так, мой повелитель. Вот спросите у него, он это видел своими глазами. О, мой повелитель! Хорезм-шах часто собирает ученых у себя во дворце и часами с ними беседует. Однажды во время такой беседы один из ученых, Беруни, стал доказывать, что Земля кругла, как арбуз, и что она все время вертится вокруг Солнца, и что по сравнению с Солнцем она такая крошечная, как зернышко риса. Беруни сказал, Солнце стоит на месте, а Земля крутится вокруг него. Тогда я спросил, как может Земля крутиться? Кто ее крутит? И на это еретик Ибн Сина сказал, во всяком случае ее крутит не султан Махмуд. А ты? Что ты им ответил? Мой повелитель, я сказал, господин Ибн Сина, не забывайтесь. И запомните, что раз на Земле есть наш великий султан, могущественный и непобедимый, и его великая страна, прекрасней которой нет, то эта земля не может крутиться. Палач! О, мой шах! Мой великий шах! Пощадите! Пощадите меня! Что у тебя взамен лица, глаз и кудрей, красавица? Раз это роза, два нарцисс и в-третьих амбра славится. Три состояния души познал искатель губ твоих. Бесславие, безволие, безумие, красавица. Три формы у твоих кудрей, их знать обязан ученик. Кривая линия, спираль и полукруг, красавица. Из роз наряд я шил бы, будь я портной. Из лепестков душистых для дорогой. Но так она прекрасна и так нежна, пожалуй, скажешь, роза груба, бледна. Если возьмет город. Все мы должны покинуть Гурганч.
А вам, Ибн Сина, нужно уйти как можно скорее. Я останусь. Мне некуда идти. А если Махмуд возьмет наш город, отправляйтесь в Хамадан или в Исфаган. Вы не вправе рисковать собой. Нет, я не могу этого сделать. Я врач и не оставлю народ в беде. Мой долг — быть на поле боя. Вы уйдете сейчас же. Чуджани, Зайнуддин, Ибн Сина должен сейчас же уходить. Готовьтесь в путь. А вы? Что делать? Придется уйти и мне. Они пришли лечиться к Ибн Сине. Это больные. Разойдитесь! Разойдитесь сейчас же! Есть указ не пускать никого к преступнику Ибн Сине. Он не преступник! Освободите его! Кто-то едет! Писарь Махмуда! Идемте к нему! Он освободил нам Ибн Сине! Великий писарь! Заклинаю вас с именем пророка Мухаммеда! Повелите освободить Ибн Сину! Скольких людей он спас от смерти! Он лечит наших детей! Скажите, чтобы освободили Ибн Сину! Стражники не допускают нас к Ибн Сине! Народ просит его освободить. Среди нас много больных. Народ просит. Матери, приняйте народу. Освободите детей. Освободите его всему. سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Здравствуйте, о величайший из врачей. Здравствуйте, господин визирь. Вы читаете Коран? Да, ведь я мусульманин. Я здесь по пути в Мекку. Мне сообщили о том, что вы находитесь в тюрьме. Я был весьма огорчен, услышав об этом. Поверьте мне, я решил немедленно увидеться с вами. Я не верю в вашу искренность, господин визирь. Я не виноват. Вам ничего не стоит освободить меня из заточения. Нужно только захотеть. Если бы ваше освобождение зависело от меня одного, я бы счел себя счастливым человеком. Но ведь это зависит и от вас, высокочтимый Ибн Сина. От меня? Да, именно от вас. Если вы хотите быть на свободе, тогда вы должны сказать несколько слов. Всего несколько слов о том, что вы ошибались, когда писали свои книги, и что теперь вы отрекаетесь от них. Если вы об этом скажете, султан сразу же даст приказ о вашем освобождении. Я не сомневаюсь в этом. А если вы будете противиться, тогда... Что тогда? Вы сами должны знать, что может ждать вас. Никогда султан не согласится помиловать вас. Вас сейчас же отправят в Газну. Значит, цена моей свободы так высока. Нет, никогда я не отрекусь от своих книг. Мне не страшен гнев вашего султана. Мои книги будут жить и тогда, когда народ забудет его имя. Ну что ж, как хотите, господин Ибн Сина. В таком случае я ничем не могу вам помочь. Видит Бог, я хотел спасти вас от смерти, но вы... Я ухожу. Прощайте.
могу двух-трех невеж столь убежденных в том, что глупость их считается умом, старайся быть ослом. Не то они ославят того, кто не осел, еретиком. Не плачь, Абдурахман. Не надо. Отнеси, пожалуйста, эту книгу моему ученику Джужджани и будь осторожен. Здесь между строк написана новая глава моего канона. Я буду осторожен. Хорошо. Джужджани! Скорей, развязывай! Весь народ вступился за вас. Все, спешите, учитель. Учитель, вам лучше идти по этой дороге. Там безопаснее. Кто это? Вы не узнали его? Это мой сын. Вы спасли его от смерти. Благодарю. Смелый юнош. Пошли скорее. Прошел через все испытания жизни изгнанника, но трудности не сломили его. Он никогда не терял веры в великую силу человеческого разума, высокое слово и доброе дело. Все в мире покроется пылью забвения. Лишь двое не знают ни смерти, ни тления. Лишь дело героя да речь мудреца столетия пройдут, не изведав конца. И солнце, и бури все выдержат смело. Высокое слово и доброе дело.